Эдуард Половинкин с детства хотел быть военным, всегда мечтал быть летчиком, а попал в ВДВ. На такой жизненный расклад не жалуется, мечтал о небесах и желание исполнилось. Правда, вместо штурвала самолета всю службу были стропы десантного парашюта. Свой первый прыжок помнит и сегодня. Ничего, подготовились, прыгнули, ни страха, ничего не было. Было ощущение такое вот восторга от этой высоты, от простора. От неба голубого. Такой же вот яркий был солнечный день. Как вспоминает Эдуард, отказников в его призыве не было. Все прыгнули, все прошли крещение небом. По словам мужчины, бывших десантников не бывает. Любовь к синему небу и белому куполу над головой – это навсегда. Это же можно сказать и о понятии «боевое братство». Мы встречаемся все не только на день ВДВ. Мы все знаем друг друга, кто где живет, как работает, кем, где, какие проблемы в семье. Для тех, кто в армии гордо носил голубой берет, 2 августа значит больше, чем собственный день рождения. И отмечать его начинают традиционным автопробегом по городу под голубыми с зелеными знаменами и громкими и протяжными гудками автомобилей. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».